Начнем очередное собрание. Не стоит повторять, что такого веселого класса у меня еще не было. Особенно, конечно, выделяется эта маленькая щупленькая девочка. Не буду называть ее фамилию. Здесь мама Лена Воробей. Дочирикался ваш воробушек. На днях у директрисы был юбилей. 60 лет. У Лены есть голос, мы это ценим. Она выходит на концерты детской самодеятельности и объявляет микрофон. А сейчас, в честь юбилярши, я исполню песню Игоря Николаева «Старая мельница». Совершенно напрасно смеется мама Игоря Маменко. Некоторые фразы Игоря у нас стали крылатыми. Так на уроке зоологии он ставил плаката, где изображены две обезьяны, и стал рассказывать. Вот слева маленький, говорит Игорь, это гиббон. Ученица спрашивает, а рядом кто? Маменко отвечает, а рядом гиббона мать. Кстати, зоология является любимым коньком и у Юры Гальцева тоже. Вся школа сбегалась послушать его реферат под названием, я прошу прощения, «Как размножаются скунсы». При этом мальчик не просто читал. Он показывал слайды. У Юры очень богатая мимика, он этим пользуется. Когда на уроке истории во время ответа мальчик внезапно почесал ухо языком, истеричка так смеялась, что в дневнике вместо удовлетворительно написала «Обалдеть». Настя Винокур. К девочке претензий нет. Кстати, здесь папа Коли Лукинского. Здравствуйте. Извините, я вас не заметила на фоне черной стенки. Я понимаю, неграм везде нелегко. Но Коля вполне освоился. Чувствует себя как в Зимбабве. Шутит мальчик. Бывало, сядет туда, где вы сейчас сидите. Сольется со стеночкой. Я спрашиваю, а где Коля? А Коля в ответ, где-где? И дальше шутит. Но если Лукинский большую часть времени, слава богу, молчит, у Грушевского рот просто не закрывается. По-моему, Грушевский замолкает только тогда, когда курит. Недавно в туалете директриса застукала его с бутылкой в руках. В другой руке были сигареты, дорогие. На наглый вопрос директрисы, ты из какого класса? Грушевский не менее нагло ответил, буржуазия. Я не могу не вспомнить сегодня и нашего Эзопа, Сашу Озерова. Вся школа просто зачитывается сочинениями мальчика. Недавно учительница дала детям своеобразное задание. Им не нравился финал Тургеневской «Муму». Жаль была собачку, которая тонет. И она попросила ребят придумать свое продолжение истории светлое. Озеров придумал. Пишет. В тот вечер Герасим и Мума не пошли к реке. Они еще лет 20 прожили душа в душу с Мумой. После чего Мума сдохла. Более счастливого финала я давно не видел. Но если Озеров это у нас цветочки, Рожкова ягодка. Я думаю, маме будет очень интересно узнать, что девочка пишет стихи, причем какие. Вот последний шедевр. Гёте рядом не валялся. Бессонница, ночь, тишина во дворе. Внизу на земле силуэт мой в окне. Сижу, как обычно, с бутылкой в руке. Не спится бы мне. В общем, вот вкратце то, о чем я хотела поведать вам, дорогие родители. И надеюсь, вы примете нужные меры, потому что в противном случае, что все из этого вырастет, я не знаю.